Соперником курганской команды в очередном матче чемпионата высшей хоккейной лиги был один из лидеров турнира «Тюменский Рубин». На игру из Тюмени приехала многочисленная группа фанатов. У курганских зрителей матч также вызвал повышенный интерес. На трибунах собралось рекордное в этом сезоне число болельщиков. Хозяева с первых минут навязали сильному сопернику борьбу на каждом метре ледовой площадки. На каждую атаку тюменцев отвечали своим острым выпадом. Однако в первом периоде голов забито не было. В начале второй 20-минутки гости открыли счет. Отличился Андрей Чибисов. Гол придал Рубину уверенности. У курганцев, напротив, игра разладилась. В третьем периоде ошибка Зауралья в обороне привела к выходу двух тюменских хоккеистов против одного защитника. Легионер Рубина из Швеции Нильс Бэкстрем забивал уже в пустые ворота. Отыграться курганцам так и не удалось. 2-0. Победа Рубина. Нам нужна была победа перед большим перерывом. Архиважный матч был для нас. В общем-то, парни молодцы. Строго сыграли в оборону и моменты свои использовали. Нам также нужна была победа. И, в принципе, как бы первый период полностью выполнили установку. То есть сыграли очень, я могу сказать, очень здорово сыграли. То есть перекрыли среднюю зону, все. Создавали моменты. Но опять, как у соперника, вратаря закрыли, бросок вратарь не увидел. И вторая контратака провалились. В результате 0-2. Впереди у Зауралья 12-дневный перерыв в чемпионате. Следующую игру курганцы проведут 16 ноября дома против Тароса из Нефтекамска. Есть время отдохнуть и провести работу над ошибками. Михаил Белокрылов, Александр Тетерин, Никита Мухин. Информационное агентство «Курган.ру».